Тяжелые времена настали не только для простых украинцев, но и для миллионеров. Может, хоть это вас успокоит. В Украине сокращается количество толстосумов, по крайней мере, официальных. По данным фискальной службы, богачей стало меньше на целую четверть. В 2015 году в нашей стране было свыше 4500 миллионеров, теперь 3000. Кто знает, возможно, уже скоро количество граждан, которые будут претендовать на субсидию, еще больше, ну, увеличится. Но, возможно, миллионеры у нас теперь будут расти как грибы после дождя. Потому что еще одна реформа, которую по плану нужно провести в этом году, земельная. Уникальные украинские черноземы могут выйти на открытый рынок земли. Кто на этом заработает и кто от этого проиграет? От ответов на эти вопросы будет зависеть судьба и миллионов украинцев, которые владеют землей, но не могут ею распоряжаться, и десятков украинских политиков, которым предстоит выбрать, поддержать мораторий на торговлю землей или все-таки снять его, поставив точку во всех спорах. Аргументы за и против в нашем материале. В 2002-м мораторий на торговлю землей принимали как временную меру на старте земельной реформы. Но оказалось, нет ничего более постоянного. Осенью прошлого года запрет продлили в 8-й раз, до начала 2018-го. К тому времени рынок земли Украина все же должна открыть, согласно меморандуму с МВФ. В Украине 42 миллиона гектаров сельхозземель, 10 миллионов из них в руках государства, а 30 – частная собственность крестьян. Но полноценно распоряжаться ею они не могут, а только сдавать в аренду. Когда рынок земли откроют, ее можно будет свободно покупать и продавать. Но за 15 лет действия моратория земельный вопрос в Украине из экономического давно превратился в политический. Итак, аргументы за снятие моратория. Украина – единственная страна Европы, где действует запрет на продажу угодий. Его сняли даже в соседних России и Беларуси. Эксперты говорят, отмена запрета запустит рынок, цены на землю вырастут до европейских, в Украину пойдут инвестиции и повысится эффективность сельского хозяйства. Но противники парируют. Сейчас не время для снятия моратория. В условиях экономического кризиса иностранцы скупят все и уничтожат малое хозяйство. Кроме того, на рынке начнутся спекуляции. У бедных крестьян наделы будут покупать за копейки, а продавать в несколько раз дороже. И в результате простой украинец будет в проигрыше. Хотя премьер уже заявил, ни сантиметра земли иностранцам. Мол, Кабмин настаивает, чтобы покупать и продавать землю могли только граждане Украины, физические лица, и то не более 200 гектаров. Но это пока только один из вариантов. Ведь в парламенте лежат целых 7 земельных законопроектов.